Всем привет! И сегодня я покажу гибискус, это сеянец. Вот такой вот он коричневый какой-то непонятный получился. Но это пока первое цветение, и нет смысла пока... Вот покажу чуть-чуть его сейчас. Отсюда его уберу. Вот так вот еще можно показать. Вот. Родители у него... Немножко вообще совсем другие. Ну как немножко другие? Ну, возможно, он где-то похож, возможно, на родителей. Вот. Такой вот он какой-то коричневый, бронзовый коричневый получился. Но это первое цветение, цветочек небольшой, потому что он растет в маленьком горшке. Ну, места маловато. Другие остальные бутоны он сбросил, потому что в то время, когда он начал бутониться, я убрала его с балкона, где было достаточно освещения. Сейчас он стоит дома, хоть и под подсветкой, но он все равно... Там, конечно, пытаются какие-то бутончики растить, но все-таки он их сбрасывает. Вот. Ну, по крайней мере, я хотя бы увидела, какой цвет. Родители у него вот такие вот. Видите, они, то есть, ну, совершенно не коричневые. Поэтому, когда мне говорят, можно ли у вас приобрести именно такой сорт, чтобы он и с семенами, чтобы он у меня процвел как материнское растение, вот вам пример того, что из материнского растения не будет такого же цветка. Насчет этого я буду смотреть, как он дальше будет цвести, но, честно, цвета меня не сильно радуют, поэтому, скорее всего, я его порежу на черенки. И не, ну, место будет, не будет занимать. Вот такая вот расцветочка. Ну, посмотрим еще. На следующем летом посмотрю еще, как он будет цвести, а там уже посмотрим. Такая вот красота. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Это короткое видео про сеянец. Поэтому вот еще раз так полюбуемся.